Белкина сегодня ярмарка экстра-класс. А почему она самая лучшая? Во-первых, она новенькая, эксклюзивненькая. И все, что мы сегодня здесь лицезреть будем до 20.00, все это беспрецедентно российского качества. Все это выращено в России. Родина у нас огромная. Разные регионы представили свою продукцию. Вся география сегодня на этой эксклюзивной ярмарке. И поэтому у вас сегодня по этому поводу и скидка. И каждый день любая хозяйка и любой хозяин, человек, который любит свою семью, умеет готовить или просто снабжает продуктами свою семью, будет счастлив. Потому что уровень обслуживание high level, высокий уровень, точно такой же, как и у наших артистов, которые готовы выйти и не только перед камерами, но и перед жителями вот этих красивых домов будут давать живой концерт. Я с удовольствием сегодня приглашаю на эту сцену автора-исполнителя. Аркадиас начнет нашу музыкальную программу. Я надеюсь, не последнее мероприятие. Мы поздравляем всех жителей с тем, что у них есть под самыми окнами, возле их подъездов, самый райский уголок, где вы можете купить не только продукты, не только фрукты, но и получить полезные знакомства, важные встречи. Это будет место силы. Я, Елена Полякова, начинаю. Передаю микрофон. Аркадиас, встречайте, мы полетели! Итак, приветствую всех присутствующих здесь. Еще раз всех поздравляю с этим замечательным, собственно говоря, событием, а именно с тем, что у нас сегодня открылась московская ярмарка. Итак, ваши аплодисменты прежде всего с этим событием. Ура, товарищи! Ну что ж, давайте сейчас начнем такой музыкальный марафон. Я такой первый. Все те люди, которые проходят мимо, вы можете останавливаться, не стесняясь, потому что специально для вас организован этот праздник. Не проходите мимо, давайте вместе с вами петь, танцевать, слушать и вообще радоваться этой жизни, пока у нас есть шанс. Поехали! Первая песня называется «Среда». Мы живем в такой среде, собственно говоря, и должны эту среду сделать для нас счастливой. Маэстро музыку! Сейчас разберется с фонограммой на самом деле. Песни исполняются в основном вживую. Какие-то песни исполняются в дабл-трек, и мы сейчас ждем включения. Эй! Все, кто нас сейчас слышит, приходите сюда, концерт начинается! Встречались с тобой в середине времен. Мы с тобой не скрывали реальных имен. Почему же была идеальна тогда? Никуда не сюда, а всегда, не возле.
проходим мимо. Итак, ваши аплодисменты прежде всего вам, потому что вы молодцы. И, кстати, у нас здесь чемпионы по, так сказать, по зрительству, потому что у нас есть некоторые дамы, которые присутствуют здесь уже много времени. Ну что же, песня, про которую, в общем-то, много ходит легенд. Эту песню я сочинил совместно с Сергеем Кузнецовым. Называется она «Мой розовый вечер». В конце концов, поехали! Танцуем все, кто сейчас меня слышит! Как сказала Лада Проджект, тот, кто не танцует, тот Киркоров. Подходим сюда, давайте все вместе, здесь будет много чего хорошего. Желтое солнце спустилось с небес пониже. Желтое солнце готовится спать, я вижу. Вижу, как вечер ползет во дворы. Дети, играя, разводят костры. Гладит закат, окна твои не слышно. Я розовый вечер, наивно буду ждать желанной встречи. Не удержать, не унять мой розовый вечер. Похож на вечность, и знаешь ты, всю ночь тебя буду ждать. Итак, всем, кто сейчас нас слышит, у нас начался концерт, посвященный этому замечательному событию, открытию московской ярмарки. Эй! Знаю точно, что выйдешь ко мне, все жду я. Знаешь ты точно, что я под окном тусую. Выглянешь робко, увидишь, не сплю. И все потому, что тебя я люблю. Быть рядом с тобою, только с тобой хочу я. Я в розовый вечер наивно буду ждать желанной встречи. Не держать, не унять мой розовый вечер. Похож на вечность, и знаешь ты, всю ночь тебя буду ждать. Александр молодец, и Лана тоже. Не проезжаем мимо, останавливаемся, танцуем и поем вместе. Зовем друзей сюда. Начался концерт. И все, кто запомнил мой, и я. Я в розовый вечер наивно буду ждать желанной встречи. Не удержать, не унять мой розовый вечер. Похож на вечность, и знаешь ты, всю ночь тебя буду ждать. И знаешь ты, всю ночь тебя буду ждать. Итак, дорогие друзья, мы всех ждем здесь. У нас начался праздничный концерт в честь открытия московской ярмарки. Ваши аплодисменты вам!
Ну что, продолжаем музыку Disco Fever. Сегодня, кстати, обратите внимание, в основном выступают популярные артисты в жанре такого танцевального, красивого, популярной музыки. Disco Music Fever. Итак, поехали, песня «Тайна». И, кстати, сегодня нету тайны, потому что сегодня здесь открылся замечательный торговый центр «Московские ярмарки». И только здесь замечательные цены и лучшие товары для вас. Поехали! Это «Тайна». Ай-яй-яй, да, это не «Тайна». На самом деле, это, конечно, иллюзия любви, но ничего страшного. Ну, это «Тайна». Эй! Не проходим мимо.
не проходим мимо. Дело в том, что Сергей Вадимович... Нет, еще сейчас мы продолжаем. Елена, мы тоже можем вместе попеть и потанцевать. Между прочим, очень здорово человек поет. И вы в этом убедитесь скоро. Дайте микрофон. Я его репертуар учу сегодня. Да-да. На самом деле, это предоставил продюсер Сергей Филимонов, который вот снимает. Не будем рекламировать акваминера. Итак, продолжаем дальше. Музыка Disco Fever. Поехали! И вот этот предыдущий трек называется «Иллюзия любви». Сергей, маэстро, прошу поставить этот трек. И поехали! Ой, сколько народу там идет! Могут поверить. Я признаюсь честно, что закрыта дверца от любви ненужных потерь. Все закрыто, раскрыто. Иллюзия любви. Дверца закрыта. Ты в нее больше не стучи. У тебя нет меня, у меня нет тебя. Наша грустная история любви, что сберечь мы не умело не смогли. У тебя нет меня, у меня нет тебя. Наша грустная история любви, так давай сегодня вместе помолчим. Парочку песен. Или сколько там у нас еще остается, Сергей? Две?
Три? Да. Ну, следующую включаем. Не помню там, какая по очереди. Самое главное, что у нас сегодня праздник. Открылся замечательный торговый центр. Естественно, не устану повторять. Здесь самые свежие продукты и самые крутые артисты, которые будут выступать после меня. А я, Аркадий, и дальше продолжаю петь для вас. Поехали, маэстро! Плачьте, белые розы! Написано совместно с Сергеем Кузнецовым. Эй! Слова мои, музыка наполовину моя и, естественно, Сергей Кузнецов, вечная ему память. Эй! Остановились, слушали, молодцы. Ну, а я сейчас попрошу песню «А художник берет краски». Я перед этим специально немножечко выпью воды, потому что это надо много-много силы вокала сюда внести. Потому что песня мощная. Приготовились? Художник берет краски. Thank you.
держит старенький штурвал. Он для ветра и молнии мишень, а художник ее краски и наносит на холст маски. Он рисует снова сказки, уводя нас от тоски. А художник ее кисти и прищуривает глаз, нам рисует небо чистое. Ведущая наша прекрасная Елена, под ваши аплодисменты! Ну что, господа, растанцевали мы здесь четыре многоэтажки. Они побросали все свои дела, вышли на балконы и делают свои тиктоки. А у нас концерт, как обычно говорят, там дождь, у нас концерт. Не просто концерт, мероприятие, которое посвящено открытию. Москву очень трудно удивить чем-то, но сегодня организаторы этой ярмарки смогли все-таки показать свои таланты, позиционировать. Во-первых, это красиво, как пишут все в хэштегах и во всех соцсетях. Во-вторых, это музыкально. В-третьих, это вкусно. И аграрии, и промышленники все постарались. И Возрождение – это очень серьезная организация, которая, я надеюсь, будет баловать любого жителя столицы и не только качественными продуктами. Сегодня этот праздник не только еды, но и праздник коммуникаций. Дети танцуют. Старшее поколение аплодисментами просто избаловало. Артисты попадают в ноты. Барышни сексуальные. И даже у нас на районе одна звезда через 200 метров стоит. Вы сейчас узнаете чуть-чуть попозже. Возьмем интервью. Очень радостно, что сегодня селебрити приходят к нам и покупают все, что им нужно к столу, потому что пятница, завтра гости могут приехать, кто-то поедет на дачу, и все должно быть очень свежее, и все должно быть безупречного качества, только что с грядки. Все регионы России постарались
и Рязань, и Закавказье, и Дагестан. Я вот прям овощи все перепробовала, думаю, где росло? Ну, не у меня же дача на грядке. Берите, вот абрикосы такого сорта, вот такого. И, конечно, я как сладкоежка, как тот Винни-Пух, сегодня натрескалась. Спасибо огромное, приятного аппетита всем тем, кто умеет угощать и умеет организовывать. А еще есть люди, которые умеют петь. И рядом со мной мастер спорта по всем видам танца. Но сегодня она поет, она и актриса, играла принцессочку. Как называется этот фильм? Принцесса цирка. Lana Project Now, как говорит в Голливуде. Welcome to Paradise. И представьте себе, человек попадает в ноты, любит жизнь, и педагог по образованию, и танцор по призванию. Встречайте мою подругу и звезду Lana Project. Сейчас для вас. Спасибо большое, Елена. Мне очень приятно. Знаете, вот один человек по имени Аркадий. Это я. Забрал мою фенечку. Все, кто не танцует, тот... Филипп Киркоров. Но я по-другому скажу. Давайте так. Я хочу, чтобы танцевали и пели сегодня все здесь, чтобы в Кремле у нас услышали и на следующий концерт пригласили именно нас. Ну что ж, готовы? Поехали. Мы должны зажечь этот танцпол, да? Сделаем это. Вот, Аркаш, тебя жду тоже. Я была твоя потанцовка, теперь ты моя я будешь. Я буду обязательно. Ничего не знаю. Друзья, ваши ручки. Можно чуть погромче, да? Продолжаем дальше.
Открыта московская ярмарка! Эй!
концерт ваш. Называется песенка. Ну, чтоб душу разорвало. Я здесь, я рядом. Точно, она. Ну что ж, друзья, мы танцуем. Маэстро, музыку. Я здесь. Я хочу тебе сказать. А я хочу тебе сказать. Обалдеть. Когда у нас с тобой уже дуэт-то будет, да, я не пойму? Будет, будет. Когда? Будет. Ты вот смотри, короче. Я хочу тебе сказать, что не стану больше.
Ладно, прочих, между прочим, ваши аплодисменты. Спасибо, я еще не ухожу, подожди. Ну да, я же... Хотелось бы напоследок спеть такую песню, называется она «Слез моих не увидишь». О. Самая шикарная, мне кажется, песня. Мне кажется, девушки, присутствующие здесь, меня поймут. Я слезы вытру, чтобы их тоже никто не видел. Не поняла, ты уже... Я не начала. Конечно, когда плачешь, да? То есть когда поешь вместе с тобой, прям плачешь. В том-то и дело, что не надо под эту песню плакать. Девчонки меня поймут, это самое главное, понял? Ну, пацаны тоже надо плачут. А ты можешь поплакать, я тебя слышу. Ну что ж, готовы, поехали? Поехали! Помнишь текст, да? Ты туда там рэп читать. Слез моих не увидишь.